Вот у меня сейчас вот государственная тема, фантастическая, вот та, которой я сейчас занимаюсь, чрезвычайно важная. Вот к столетию великой, октябрьской, социалистической. А денег нет все равно. А что за тема? Тема, из чего выросло это все. Революция. Революция. Как это все? Цель? Цель? Ну, подожди. Цель — это как бесы. Для меня вот это продолжение бесов, например. Вот цель бесов, чтобы показать механизм. А он поразительно похож на современный, он фантастически похож на современный. Ведь то, что у Федора Михайловича в бесах, это же тоже очень современно, потому что мы поражаем, что это ж, господи, как же это просто, и почему же это работает. Вот. А цель — побеспокоить. Цель — побеспокоить. Цель — задать свой вопрос, неужели бы так будете попадаться вот на эту, наживку? А как? А других путей-то нет. А как? Как еще? Словами давно все названо уже, и черной краской написано, и красной, какой угодно, и серой. А толку чуть.